последнее время происходит бардак. Я хочу обратить ваше внимание прежде всего на что? На то, что в Киеве снайперы убили 100 человек. Мы хотим, чтобы здесь были снайперы. Нет! Откуда они снайперы? Мы знаем их. Нет! Провести расследование, найти заказчиков, наказать виновных. Донбасс требует расследования. Донбасс требует расследования. Кому это выгодно? Кто это заказал? Задайте себе вопрос. Чьи снайперы убивали народ Украины? Подумайте над этим. К ответу киевскую власть. Имеет ли она право руководить народом? Задайте вопрос.